холодно не будет. В Солнечном продолжают подготовку к осенне-зимнему периоду. По словам главы сельского поселения Игоря Наумова, особое внимание уделяют аварийному жиловому фонду, так как его в населенном пункте особенно много. В домах проводят ремонт и остекление окон в подъездах, замену входных дверей. Кроме этого, утепляют фасады и цокольные этажи, обновляют элементы системы отопления. Всего на эти цели в 2020-м потратили 8,5 миллионов рублей. Однако поддерживающий ремонт выполняют только в тех зданиях, жителей которых переселят не скоро. Для примера возьмем поселок ГПЗ. В этом году планируется его переселение из деревяшек. Соответственно, мы туда не закладываем бюджетные средства на проведение ремонта. Ранее, в предыдущие годы, в рамках программы по поддерживающему ремонту аварийного жилого фонда, ГПЗ в том числе, как и Солнечный, как и Сайгатина, финансирование выделялось, проводились какие-то работы –